Я, Алексей Дмитрий Александрович, являюсь выпускником транспортного факультета Оренбургского государственного университета, по окончании которого поступил на службу в Государственную инспекцию безопасности дорожного движения. В настоящий момент занимаю должность начальника отделения ГИБДД ОМВД России по Потовскому району. Постоянное взаимодействие транспортного факультета с различными предприятиями, в том числе с ГИБДД, сыграло решающую роль в выборе моей профессии. Теоретические и практические знания, полученные на лекциях, лабораториях факультета, а также на летних практиках, дали возможность мне отвечать высоким профессиональным требованиям. Возглавляемым мною подразделение несут службу сотрудники, также бывшие выпускники транспортного факультета, которые по своим морально-деловым качествам способны профессионально выполнять задачи в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.